Здравствуйте. Так что же нужно делать, чтобы наши пяточки были как у младенца, тем, кому за 60? Девочки, молодеем, молодеем. Вы знаете, я была поражена, когда вы там пишете комментарии. Ерунда, салициловая мазь 10%. Это же отличнейшее средство, дешевое, эффективное. Ну, ребята, слезет кожа. Слезет кожа. Вот, я говорю, кожа ничего не слезет, слезает мертвая кожа. Вот эта мертвевшая, роговевшая кожа, она вся слезает. Безболезненно. Но класс. Я же делала специальное видео для вас, поэтому я свою пятку запускала. До такой степени запустила. Послушайте меня, дорогие мои, вам никто такой совет не даст, потому что дешево. Ни один врач, ни один дерматолог, ни один косметолог вам такую ерунду не скажет, потому что у них на первом плане деньги, а я вам даю это все бесплатно. Ребята, покупайте самую дешевую салициловую мазь. Очень тяжело ее купить. Значит, если у вас есть связи где-то с военным госпиталем или же, потому что там же солдат лечит в одну секунду. Говорю, Бог, надо ему там удалить, потому что он должен служить дальше. Там самые простые мази, самые простые хорошие рецепты. А, это военные, да? Нет, я раньше покупала через военный госпиталь, да. Но это было раньше. А сейчас она есть в аптеках. Но не во всех аптеках. Но мне кажется, может быть, через интернет вы достанете. Но простейше, вы забудьте, что такое. Что такое трещина? Что такое трещать пятки? Когда их там 10 трещин, 20 трещин. Только трещины должны быть уже сухие, знаете, не болезненные. Такие вот, что там свежая эта трещина. Поверьте мне, никакого натоптыша. Вот вы сделали, как я делаю, по весне. Вот накладываю эту, как же, компресс, да? Вот, 2-3 дня, 4, пусть даже 5-6 дней, да? А потом снимаете вот эту пятку. И в течение полугода, потому что лето там, я считаю, лето, да, 6 месяцев пусть будет, да? Просто поддерживайте пяточку, моете ножки, чик-чик-чик. У кого пятки не проблемные, так вам нечем этим, не нужно этим заниматься, не нужно мне писать там такие жуткие комментарии, такая-сякая. Да всякую ерунду пишу. Но у меня, я на это не хочу обращать внимание, потому что я четко уверен в своей правоте и хочу вам дать хорошие советы. Временем проверено, да? Временем проверено. А я живу очень долго уже. Ой, Господи. И вам желаю хорошей, прекрасной жизни. Такое солнышко яркое. Весна. Вы же сейчас все снимаете теплые сапоги, туфли. Пяточки должны блестеть у вас. Всего вам самого доброго. Хорошего настроения. И долгих-долгих лет хорошей жизни. Счастливой жизни. Пока.